Многофункциональность, технологичность, удобство. Критерии, по которым астраханцы оценивают предприятия сферы услуг. Этим характеристикам соответствует новый офис Банка Открытия в Астрахани. Ура! Новое отделение на улице Адмиралтейской в бизнес-центре – это зал для обслуживания площадью 730 квадратных метров, детский уголок, комнаты для переговоров, индивидуальные ячейки. Есть отдельные зоны для юридических и физических лиц. Консультация с операционистом здесь выглядит больше как беседа за чашкой чая. Круглые столы без барьеров для общения. Здесь всегда можно найти ответ на любой вопрос. Сотрудники всегда помогут, всегда расскажут, не оставят в беде. И даже в очень сложных ситуациях всегда приходит на выручку. Офис оборудован современными терминалами самообслуживания в режиме 24/7. Учли интересы и людей с ограниченными возможностями здоровья. На входах пандусы, на полу тактильные разметки и на дверях сигналы. Такой подход, по мнению руководства Банка Открытия, создает комфорт для клиентов банка. Современные решения и качество обслуживания клиентов оценили представители регионального правительства. Банк Открытия сегодня в пятерке лидеров банковского сектора. Сотрудничество, процветание, стабильность, развитие Банка Открытия. Сотрудникам банка самое главное – здоровье, успехов и позитива. Для малого бизнеса и премиум-клиентов банк готов предложить индивидуальные кабинки с кассами, где можно провести переговоры и получить консультацию. Для поддержки бизнеса созданы выгодные продукты. С прошлого года открытие реализует 7 государственных программ, в том числе кредиты предприятиям, пострадавшим от пандемии, кредитные каникулы, льготные займы на сохранение кадров. Общая сумма финансовых средств, выданных региональному МСП, в этом году составляет 500 000 000 рублей. Малый и средний бизнес тоже ключевое для нас направление. У нас порядка четверти клиентов вот из этих пострадавших отраслей. Благодаря участию банка в программах господдержки и государственной поддержки, и банк до господдержки в прошлом году разрабатывал свои программы поддержки. Благодаря этому у нас нет ни одного кредита, вышедшего на просрочку. Получить консультацию могут и розничные клиенты. Банк Открытия работает со всеми программами господдержки. На сегодняшний день банк предлагает выгодные условия по ипотеке с использованием различных государственных программ. Развивается интернет-платформа. Почти 95% услуг можно получить в онлайн-банке. Зато локомотив экономики, локомотив поддержки – это, конечно, госпрограмма по ипотеке. Сегодня наш банк модернизировал всю структуру ипотеки. В частности, можно подать ипотечную заявку как через мобильное приложение нашего банка, через сайт банка, через наших партнеров, аккредитованных застройщиков. Новый офис на Адмиралтейской открыт для клиентов с 9 утра до 6 вечера и круглосуточно доступен в мобильном формате и в зоне банкоматов. Анара Едигеева, Александр Арзамасов, Центр новостей.